Здравствуйте. Ну что, сегодня проверим, что вот в этом случае у нас получается. Вот этот плод, который был на ботве картофеля, что он нам выдаст? Я его прикопал? Вот теперь хорошо видно. Он доедал еще одну картофелину. Вот она. Вот картофелина. Она еще нам даст приплод. Так, на место мы ее прикопаем. Аккуратно, чтобы не повредить. Господи. Так. Все. Теперь мы знаем, что и здесь идет развитие плода, и здесь идет в рост. Только меня смущает, у картофеля обычно побег не так выглядит. Когда выходит из земли, он сразу выбрасывает листочки. Здесь идет стеблем. И раскрыть пока. Здесь вот намечаются какие-то отростки, веточки, но не листа, как бы не листья. Ну что ж, будем наблюдать. Больше я этот постараюсь не вскрывать, чтобы новообразовавшуюся картофелину не травмировать. На этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.